Поехали. Как зовут? Анастасия. Покажи спинку, повернись. Грудной отдел у нас гнет. А мышцы хорошие. Очень. Ты чуть потерпишь, хорошо? Точно? Ты не боишься? Боишься? Чуть-чуть. Так. Что еще? Что-то может болит или... Бывает, но не болят после выступления. А ты чем занимаешься? Танцами. Какими именно? Ну, обычно, да. А на шпагат умеешь садиться? А хочешь? Ладно. Так, ну, ложись, пожалуйста. Сюда голова, животик, лапки. Да, вот так. Так, вы спину видели? Ну, вы же знаете. Вот посмотрите сразу, что поменяется. Хорошо? Так, дай мне руки сюда, положи, пожалуйста. Если будет больно, говори, будем делать перерыв, хорошо? Ты чуть потерпишь, и все. Вы на сколько были записаны? А, на 10. Ртом вдох-выдох. Еще. Все, все, все. Да, он вот так вот идет, змейкой. Чуть-чуть. Потом вот так. Пару дней поболят мышцы, пару дней не тренироваться. Расслабь. Естественно, надо еще выравнивать, понятно. Говорит. Ртом глубокий вдох, выдох, не дышать. Терпимо? Чуть потерпи еще. Глубокий вдох, выдох. Делай вдох, выдох. Дальше. Еще. Терпимо? Ты умница. Чуть потерпишь и все. Чуть-чуть. Маникюр не делаете? Ладно. А, рано. Это дорогая, это штанники, вы знаете, хорошенькие. Материал. Материал. Так. Вы, наверное, отсюда сейчас все снимаете, вам будет лучше ракурс. Не, вы снимаете, да, и это. Все это сейчас. Все нормально? Если что, говори сразу, будем делать паузу. Вдох-выдох. Еще. Все, отдай мне ее, отдай, отдай. Ты умница. Страшно еще? Не страшно. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сделай вдох-выдох. Подожди, легче. Еще. Еще. Нормально? Еще. Дальше. Вы на красотке решили проэкспериментировать? Нет, ну она, чтобы не насмотрелась, а вдруг. Это видео смотрела? Страшно там? Не мышь. Вы не видите изменения уже? Вижу, конечно. Сейчас мы еще, как это называется слово, подрихтуем, угу. Чтобы оно прям все было это, презентабельно у нас. Вдох-выдох. А это мышцы по-разному работают. На одних больше нагрузок, на других меньше. Оно вот выключу. Я думаю, что нет. У меня теперь лишний тренер. Понятно? Да, не так, терпимо? Это дулька называется? Гулька. Гули-гули. Гули-гули. Так, потерпи. Нормально? Да.
Все хорошо? Перерыв не надо? Все нормально, плакать не будем? Ты умница. Она это, стержень, видите, как терпит? Ну, я ее сказала, чтобы мне там терпела, доверься. Да, доверься, когда тебя лупят. Потерпи немножко, ладно? Чуть-чуть. Поняли, два дня не заниматься. Ну, вчера мы даже в школу заглянешь. Хорошо. Слушай, ну, в любом случае, вот, когда будет стоять, уже не будет этого, не будет даже видно. Если делать снимки, там будут некоторые моменты. Она, видите, ну, чем? Нужно мышцы просто разгружать, чтобы это потом не появлялось. Вот, поэтому не исключено, что он ну, сразу будет вообще тьфу, класс. Да, мы же будем проверять, смотреть все. А что тут возраст хороший, все делается очень ну, быстро. Так, руки можешь так, можешь под голову, как тебе больше хочется. Хорошо. Сильно страшно было. Руки под лобик ложи, пожалуйста. Под лобик сильней. Да, да, да. Потерпи немножко, хорошо? Чуть-чуть. Вот там личный тренер у меня ходит по спорту. Тренер. Привет. Тренер, понятно? Чемпиона из меня делают. Не знаю. Ага. Такой большой листик. Чтобы не было этих голов. И все, что кушать, чтобы выполнять. Нельзя. А, можно, вам можно, а другим нельзя. Это рецепт. Это химики создавали. Ученые доказательные. Это вы создаете здесь? Это мне лично, под мою личное. Это алхимия. Я у них украла. И тебе очень благодарен. Никому не показывай. Разработку. Только нам можно. Только вам можно. Под подпись примите, чтобы никому не разглашали больше. Понятно? Мы, когда есть свободное время, мы алхимией занимаемся, превращаем золото,
из свинца делаем. Поняли? Тоже. Да, что еще делать? Правда, пару раз психушка приезжала. Ну ничего. Они говорят, для нас мест таких нет. Так, ложись на бок ко мне лицом. На другой бок. Сделай вдох, выдох. На спинку. Все нормально? Видите, как хорошо терпит? Ничего не боится. Расслабь, просто расслабь. Не надо, тоже спину. Не смей смеяться. Кому мне? Да всем показан. На Кубань ездил, в Широнск. Там женщина костоправ великой категории. Понятно? Так, сейчас дерну, не бояться. Расслабь, думаю про категорию. Ага. Где категория? Все нормально, окей? Угу. Хорошо. Так, вот так ровно. Зубки вместе, руки расслабь. Однако. Расслабить. Нет, почему? Я люблю, когда все там блестит, сияет. Люди говорят, вот вы нас отвлекаете. Я говорю, а я что отвлекаюсь? Я просто посмотрел. Ну, что отвлекать, правильно? Отпусти, думаю, про алхимиков. Алхимики, здрасте. Тютю, здрасте. Присаживайся. Сюда. Голова не кружится. Потом про пациентку не забудьте, которая на банках лежит. Так, потерпи. А? Мне это надо. Терпеть. Крути шейки по большому кругу. Крути в одну, потом в другую. Хорошо. Точно. Она, кстати, не прыгай. Поверни спинкой. Все. Видите? Да, да. Все нормально. Так, иди вперед, баночка. Ко мне лицом. Лапки шире. Тяни до пола посередине. До одного бледно-розового носка. До другого. Руки вот так. С головой резко крутанись. И в другую. 10 раз приседания, не торопясь. И слушай колени, крестец. Что там? Болит или хрустит? Хрустит — это ерунда, это уже... Это все разлетается. А, все хорошо там. Крутись, вертись, проверяй все элементы. Только дверь не долбани. Там она может тетю. Два дня будут болеть мышцы, чтобы вы знали. Это сейчас нормально, потом будет тудым-сюдым там. Вот так. Присаживайся. Перестройки там всякие происходить, неизвестные науки. Алхимия, в общем. Нет. Ничего не надо. У нее же все хорошо, лимфы, все. Да когда уже люди приходят 515 лет, 600, 221, ну там надо, а тут нормально.
Возраст. Это возраст. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Пока возраст.